Приветствуем вас в сфере видеоуроков, посвященных криптовалютной бирже Bybit. В этой серии вы узнаете, как зарегистрировать аккаунт на бирже, пройти верификацию личности и обезопасить свой аккаунт, установив дополнительные меры защиты. Bybit – это одна из самых крупных и популярных криптовалютных бирж, которая обладает очень широким функционалом, закрывая практически все потребности пользователя. На бирже Bybit присутствует как спотовая, так и фьючерсная торговля, возможность хранить и вкладывать свою криптовалюту на депозит под проценты, участвовать в ранних продажах токенов от новых проектов, продавать и покупать криптовалюту за фиат и много чего другого, о чем мы расскажем в следующих видеоуроках, посвященных данной бирже. Первое, что предстоит сделать перед началом работы с биржей, это зарегистрировать собственный аккаунт. Пройти регистрацию можно как на мобильном приложении, так и на сайте биржи. Процесс регистрации будет идентичный. Ссылку на приложение и на сайт биржи вы сможете найти в описании под данным роликом. Перейдя на сайт или в мобильное приложение биржи, нажмите кнопку «Регистрация». Зарегистрироваться вы можете либо с помощью электронной почты, либо по номеру своего телефона. Для регистрации укажите свою электронную почту или номер телефона и придумайте пароль. В поле с реферальным кодом вы можете ввести наш код, благодаря которому вы получите эксклюзивные бонусы и награды. После проделанных действий нажмите «Создать аккаунт». Следующим шагом вам необходимо ввести код, который придет на указанную вами ранее почту или номер телефона. После этого ваш аккаунт будет создан. На данном этапе пользоваться своим аккаунтом вы не сможете. Для этого необходимо будет пройти KYC-верификацию. KYC-верификация – это верификация личности по своему документу. Данная процедура присутствует на всех криптовалютных биржах, работающих в легальном правовом поле. Чтобы начать процедуру верификации, перейдите в раздел «Верификация личности», который будет находиться на той же странице, на которую вы попадете после регистрации аккаунта. Вам будет доступно два уровня верификации. О втором уровне мы расскажем чуть позже. Для начала вам предстоит пройти первый уровень, нажав кнопку «Пройти». В открывшемся окне выберите свою страну и тип документа, с помощью которого вы планируете проходить верификацию. На следующем этапе начнется процедура верификации, которую вы можете пройти со своего компьютера, если на нем имеется камера, либо со своего мобильного телефона, что гораздо удобнее. Для завершения процедуры верификации через телефон нажмите кнопку «Продолжить на телефоне». Чтобы продолжить верификацию на телефоне, скопируйте ссылку и отправьте ее на свой телефон, например, через мессенджер. Либо отсканируйте показанный на экране QR-код, чтобы сразу с телефона продолжить процедуру верификации. Перейдя на сайт верификации с телефона, снова выберите свою страну и тип документа. Затем, следуя инструкциям, сфотографируйте свой документ с нужных сторон или страниц. И следующим шагом сделайте селфи. После этого ваши документы будут приняты в работу, и если с ними не возникнет никаких проблем, в течение нескольких минут ваш аккаунт будет верифицирован. Верификация первого уровня позволяет вам полноценно пользоваться биржей, торговать на P2P, пополнять биржу фиатной валюты с лимитом не более 20 тысяч долларов в день и выводить с биржи не более миллиона долларов в день. Этого вполне хватает для подавляющего большинства пользователей. Если вы хотите повысить эти лимиты и выводить до 2 миллионов долларов в день и пополнять биржу фиатными валютами до 100 тысяч долларов в день, то можете пройти верификацию второго уровня. При прохождении данной верификации вам необходимо будет загрузить один из перечисленных документов, подтверждающих ваше место проживания. Теперь перейдем к настройкам безопасности биржи. Для этого нажмите на иконку человечка в правом верхнем углу и перейдите в раздел «Аккаунт» и «Безопасность». Как только вы зарегистрируете свой аккаунт, уровень вашей безопасности будет низкий. Пренебрегать безопасностью биржевого аккаунта не стоит, так как на нем будут находиться ваши средства. И если вы не хотите их потерять, лучше повысить безопасность своего аккаунта. Самый простой способ повысить безопасность – это добавить к своему аккаунту аутентификацию по электронной почте и номеру телефона вместе с Google аутентификацией. Если вы регистрировались по электронной почте, добавьте к своему аккаунту также и номер телефона. Для этого нажмите кнопку «Настройки» рядом с пунктом «СМС-аутентификация». Затем просто введите номер своего мобильного телефона и код, который пришел вам на почту, после чего нажмите «Подтвердить». После этого номер телефона будет добавлен на ваш аккаунт. Для добавления Google аутентификатора нажмите кнопку «Настройки» рядом с пунктом «Google аутентификация». В открывшемся окне укажите код, который пришел вам на почту. Затем скачайте приложение Google аутентификатора, если у вас его, конечно же, уже нету, и с помощью данного приложения отсканируйте показанный вам QR-код. Также обязательно сохраните фразу восстановления своего аутентификатора на случай, если вы потеряете доступ к своему телефону, после чего просто введите код, который появится в вашем приложении Google
аутентификатора и нажмите кнопку «Подтвердить». После проделанных действий уровень безопасности вашего аккаунта изменится на высокий, и теперь вы со спокойной душой можете смотреть наши следующие видеоуроки и изучать весь дальнейший функционал биржи, погружаясь в мир криптовалют. Подписывайтесь на канал Криптон и наши соцсети. Все ссылки будут в описании.